Ты вовремя. Тут кое-кому нужен Вивиро. Ты доставляешь? Я собираю бабло. Для кого это? Не пробовала? Я как-то взял одну и подсел. Теперь моча красная. Будешь? Нет. Кто нам платит за Вивиро? Пока не грохнули Кастильо, попросим другие вкусы. Это янки. Хуже. ЦРУ. Что? Либертад спуталась со сраным ЦРУ? А что скажет Клара? Ну, если узнает, надеюсь, скажет спасибо, Хуан. Теперь у нас есть пушки, чтобы убивать фашистов в Кастильо. Ну, типа того. Свобода стоит денег. Клара не спрашивает. И я молчу. Это закрытый клуб. Только ты, я, ну и конфетки Антона, конечно. Кларе нужно беречь репутацию. Ты ее защищаешь. Сомневаюсь, что о Кларе забочусь только я. Помни, после Ла Революсьон у нее не будет времени на таких, как ты. Так, на всякий. Вот это я понимаю. Если отвечу «да», ты ведь все равно не заткнешься. В общем, наркоторговцы хотели отмыть бабки через американскую недвижимость. Дело на 50 лямов. Офигеть, Хуан. Я даже уговорил их подкинуть мне пару кило продукта. Потом перепродал, но все деньги спустил в Монте-Карло. А мне-то это зачем знать?
Один есть. Первая посылка доставлена. Ладно, слушай, я рассказывал, как устроил Горбачеву переговоры с... Да, угадаю. Ты все сделал, получил долю, а потом спустил на какое-нибудь идиотское пари. Ну, так-то да. Я тебя уже знаю лучше, чем себя. Bienvenida. Despiértate. Despiértate. Вместо Клары я взял тебя. Думаешь, я не заметил бы, что Либертад продает Вивиро Янки? Тебе конец! Когда повстанцы схватили мою семью в 67-м, моего отца швырнули в эту камеру. Меня в соседнюю, мне было 13. Как тебе, Миху? Я так любил общаться с ним через вентиляцию. По ночам. Он учил меня быть сильным, быть мужчиной. Каждый день приходили повстанцы с обвинением. Кража. Мало-помалу он платил за преступление. Но мы все так же общались по ночам. Пока ему не вырвали язык за ложь Яри. Нет! Папа, хватит! Что ты так печешься? А, пропустим пару этапов, Рауль. Вива Либертад! В тот раз в отеле Параиса Дани была там. Ты сказал, что спрятался в туннеле. Дани могла убить меня, отдать меня Либертад.
У нас нет времени на ложь. Я не сбегаю. Я слушал, учился, сделал все, как ты сказал. Я буду Эль Пресиденте. Но отпусти Дани. Я не чудовище, Диего. Мы дадим ей шанс. Надо валить отсюда к херам! Диего, херня какая-то. Диего просто долбанный психопат. Давай, Клара. Нет, не так. Приходи в школу потерянных в Эсперансе. Думаю, ты знаешь, где это. Можно сказать и так. Уже иду. Дани, приходи одна. Без Хуана. Это его не касается. Хуан, нас подставили. Кастильо меня ждал. Он и его чертов генерал пытались меня убить. Хесу Христо! Рад, что ты жива. Но это важно. Ты раскололась? Я молчала, как рыба. Уж если стал повстанцем, то на всю жизнь. Мою жизнь спас пацан, Диего. Что? Он убил генерала. Да ладно! Финга! Отлично, класс! У нас тут начинаются четырехмерные шахматы в космосе! В жопу твои шахматы! Мне все маляры повыдирали! То же самое было со мной в Конго. Только я сделал это сам. Жури сами, как кролик. Хуан, Кларе ничего не говори. Нас спалили. Больше ничего ей знать не нужно. У нее и так дел по горло. А тут еще и тебя чуть не грохнули. Грасиас. Thank you.
Школа для пропащих эсперанцы. Вернулись к истокам, а? Что ты делаешь? Это папин. Я одолжила. И это Сада. С меня хватит. Хватит тайных встреч. Хватит протестов. Хватит пропавших друзей. Он слишком силен. Просто ворвешься в Капитолий и приставишь отцовский пистолет к виску Кастильо? Нет. Я соберу армию. А затем я отправлю Кастильо на тот свет. Ты со мной? Думаешь, не справлюсь? Я видела это, Талия. Я мечтала об этом. Мама говорила. Оставь мечты богатым белым яранцам. Мы не мечтаем. Мы выживаем. Клара, убив Кастильо, ты не освободишь Яру. Она должна сама захотеть свободы. Для каждого. Клара. Клара. Может, объяснишь, зачем ты притащила меня в мой приют? Антон проигрывает. Скоро мы пойдем на Капитолий. И он хочет поговорить. Ты шутишь, да? Нужно твое мнение. Ведь вы с ним встречались. Кастильо всегда на два шага впереди. Он не остановится, пока не получит пулю в лоб. А потом убьем его сына? У тебя ведь был такой шанс. У Хуана была надежная инфа, что в том отеле Кастильо оказалось не тот. Ты пощадила Диего, и Кастильо позволил тебе избежать казни. Дело в том, что ты была права. Чтобы у Яры было будущее, его людям и нашим нужно жить в мире. Наша цель – это не убийство Кастильо, а свобода в Яре. Для каждого. Ты уже приняла решение, так ведь? Яре нужен лидер, Клара, а не мученица. Вива либертад, Дани. Что происходит, Хуан? В общем, Клара, Коньо, просто приходи. Долбанный день Дэн наступил, Дани. Черт! Thank you.
столицы, мы прерываем трансляцию лжи Кастильо. С вами Клара Гарсия, и давайте послушаем, как на самом деле идут дела в Яре. Капитолий так портит Эсперансу. Хуан, какого хрена мы тут делаем? Прятаться лучше на виду. Что? Говорил я не ходить. Говорил ведь. Кому? Кларе? Хуан, что происходит? Она у него, Дани! Она у него в плену! Клара. Кастильо хотел поговорить наедине. Сказал, что Либертад победила. Что он хочет красиво уйти. Просто нассал ей в уши. Псы Кастильо разгромили наш конвой, едва мы причалили. Срань. Что теперь? Мы вторгнемся на частный остров Эль Пресиденте. Спасите, выпустите меня, я все сделаю! Чеченцы называют это слон. Перекроешь кислород, жертва мать сдаст. И расскажешь что-нибудь упоротое. Какой твой размер? Супремы или без? Пойдем тихо. Каждый солдат на острове отобран Кастильо, так что держи дистанцию. Это элитные убийцы, понимаешь? Я готов. Я найду укрытие. Ты иди в дом. Думаю, они сейчас за столом. Оставил меня у огромной скалы. Зашибись. Все хорошо. Все будет хорошо. Хуан, я у дома Антона. Чёрно, я на позиции. Тебе нужно перебраться через стену так, чтобы тебя не заметили. Ты как пантера, Дани. Ты неуловима. Полезные советы есть? Ворота наверняка заперты. Найди ключ, Дани. Представь, что ты пантера, обученная вынюхивать ключи. Thank you.
Лесные виллы всегда окружены высоченной стеной. Никто не услышит. Этот-то ключ мне и нужен. Нам тут ни к чему. Адьос, подкрепление. Вот так. Хуан, я внутри. Понял, Дани. Надо ускориться. Кто знает, что Кастильо творит с Кларой? Спокойно, не забывай, что тут повсюду рыщут элитные убийцы. И униформа тебе не поможет. А если тебя обнаружат, Кларе конец. Черт, верно. Спокойно, Дани, я с тобой. Блин, Клара, где же ты? Спецназ. Ну, разумеется. Стрелять по сигналке бесполезно.
что эти места похожи на курорт, но мы не в отпуске. У меня небольшие проблемы. Завязывай спиноколады и двигай сюда! Ясно. Gracias.
этот... Никто не услышит. Камера. Мерда, все серьезно. Thank you.
Нужно вырубить сигналку. Хватит глазеть. Сядь. Дани, садись. У мамы было правило не лгать за столом. Скажу тебе правду. У меня острый лейкоз. Я узнал 13 лет назад. Был один врач. Обещал мне то, что всем нам так нужно. Время. Но этого было мало. Да, Диего? Папа, я не хочу это слушать. Нужна была страховка. Но я терпеть не мог детей. Мария же умела убеждать. И вот ты со мной, Михо. Тебе уже 13. Что было дальше, Диего? Вивира не сработал. Когда? Полгода назад. Мисс Кондоленсиас. Не лгать за столом! Я умру, но он доведет дело до конца. Верно? Правда или ложь? Всегда правда. Ты просто чудовище. А вот это правда. Дани, следи за моими движениями. Я взял в плен Клару и думал, что победил. Если бы не сын. Я бы никогда не увидел очевидного! Это ты, Либертад. Я повстанец. Не лгать за столом! Ты легенда, о тебе все говорят. Ну же. Ты их надежда и станешь моей надеждой. Ты шутишь, да? Ты не понимаешь. Сказал же, уходи, все из-за тебя. Я пощажу ее, если ты станешь моим генералом. Ты будешь... Моей, Дани Рохас! Почему ты так жаждешь разделить нас? Истинные, ложные, мы все яранцы, блин! Позволь нам самим делать выбор. Ты просто умирающий старик. Бедный мальчик, твой разум отравлен его ядом. Не вижу Антона, стреляю в мальчишку. Хуан. С кем ты говоришь? Все, я стреляю. Хуан, нет! Диего! Сюда! Давай! Давай, пригнись! Пригнись! Я попал в него, Дани. Хуан! Клара ранена! Нет, 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 нет! Дани, ну что там? Мертва! Хуан! Хуан! Дани! Кома мьерда! Голову. Вот так.
Ответь же, Хуан! Ихо де пута! Возьми ты трубку, сука! Черт! Я сейчас. Хуан! Что случилось, Дани? Мы не договаривались стрелять в парня. А тебе не плевать на этого богатенького мокосо? Ты думаешь, я кретин? Тебе насрать на мальчишку. Ты не хочешь, чтобы все закончилось? Мы были близки к цели. Он такого не заслужил! А я говорил, что ты станешь такой. Подсядешь и не слезешь. Как и я. Я не такая, как ты. Пока что. Клара мертва. Но у нас есть гнездо орла. Отсюда начнем наступление на столицу. О чем ты говоришь? Ты прекрасно понимаешь, о чем я говорю. Хочешь или нет, теперь ты хефа либертат. Так что или уходи сейчас, или веди нас к победе. Мы не договаривались стрелять в парня. Куда это ты? Закончить дело Клары! Клара об этом мечтала. Когда мы познакомились, я хотела свалить из Яры. Но она рассказала мне, за что мы воюем, объяснила очень доступно. И воевать вместе с вами — это круто. Правда, круто. У меня есть вы. У вас я типа того. Старые, молодые. Да пофиг.
Я люблю вас всех. К чему я все это? Мы победим. Я обещаю. Черт, ну ты прям оратор. Ага. Вау. Дани, Клара была хороша, но мы примкнули к Либертат не просто так. Мы с тобой, Хефа. Пора вернуть свою страну. Дани. Слава Либертат! Вива Либертат! Мы любим тебя! Мы с тобой, Дани. Выглядишь ты дерьмово. Как твое отражение, да? Отдохни, Кампай. Будешь легендой завтра. Сеньор президенте, для вас тут слишком опасно. Либертат окружает столицу. Нужно, чтобы отсюда был виден закат. Си, сеньор президенте. Яранцы должны видеть горизонт на каждом перекрестке. Корабли уже наготове. Если сейчас отплывем, вы из Диего... Стиль здесь неправильный. Нужен Перейра, не Ван Ален. В Эсперансе не место арт-деко, которым отец был одержим. Вы все подмечаете, сеньор президенте. Прошу, послушайте. Отправьте хоть мальчика. Хватит! Ну как же так? Разве не видно? Давай займемся площадью. Добавим модернизма, как у Женаре. Граждане, погнали. Зонт не помешал. Кейубо. Я слышу твою музыку. У меня от нее кровь из ушей идет, но твои слова – проблеск истины в этом хаосе. Ты голос революции. А ты еще что за хрен? Легенда 67-го. Я рифмовал слова еще до твоего рождения. Реально? Правда. Только я это делал во время боя и голышом. Пока один солдату не отстрелил мне левое яичко. Что? Хорошо, что у меня их от рождения 3. Охренеть, не встать. Так держать, Дань.